Около 100 квартир в Любимовке могут остаться без газа. Об этом сообщили в правительстве Севастополя, а именно департамент городского хозяйства Евгений Горлов. По словам чиновника, причина такого решения заключается в том, что помещения в этих квартирах не соответствуют нормативным требованиям. Не хотят выполнять те требования, которые мы предъявили, которые им газоснабжающая организация выставила. То есть, соответственно, мы будем отключать. И если человек захочет потом в последующем подключиться к данной системе, то ему нужно будет еще за врезку дополнительно оплатить, чтобы люди это все понимали. В свою очередь губернатор города Михаил Развожаев дал поручение провести повторную разъяснительную работу с местными жителями. В том, если есть перепланировка, это же не значит, что там не может быть газового оборудования. Просто, может быть, она должна быть следующим образом узаконена, и здесь надо посмотреть. Понятно, что требования безопасности – это прежде всего не неукоснительное. Но чтобы там формализма не было, что у вас здесь вот вы, я не знаю, там стенку куда-то одну перенесли, и у вас ее нету, поэтому вам документы сделать нельзя, и все, идите, до свидания, мы вас отключаем. Чтобы такого не было подхода. Максимально с каждым человеком отработать, объяснить, в чем проблемы у него, что нужно сделать для этого и так далее, все последствия соответствующие.